Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Геометрия 10-11 класс. Атанасян. Задание 551. Нам дан конус. Осевое сечение. Правильный треугольник. Давайте запишем. Треугольник АСБ. Это осевое сечение. И треугольник АСБ. Правильный. Со стороной, например, сторона АБ равна 2R. Нам нужно найти площадь сечения, проведенного через две образующие конуса, угол между которыми равен 30, 45 и 60 градусов соответственно. Давайте изобразим конус. Осевое сечение – это сечение, которое проходит через высоту плоскость, высоту конуса. Изобразив высоту конуса, обозначим ее СО. Плоскость, секущая плоскость пересекает основание конуса по диаметру, коль скоро она проходит через высоту конуса. И тогда вот наше осевое сечение АСБ. Тогда в нем СА и СБ – это образующие конуса, а Б – это диаметр конуса. Нам нужно найти площадь сечения, проведенного через две образующие, угол между которыми задан. Тогда проведем еще образующую СП, соединим точки АП, получим сечение, проходящее через две образующие, и нам нужно найти площадь этого сечения АСП. Давайте запишем, если в пункте А угол, а вот так запишем, угол АСП равен в пункте А 30 градусов, в пункте Б 45 градусов и в пункте В 60 градусов. Ну, поскольку треугольник АСБ правильный, то все его стороны равны. То есть СА равно АБ и равно СБ, и все они равны по 2R. Но СА и СБ – это у нас образующие конусы. Тогда и образующая СП тоже равна 2R. А тогда площадь треугольника АСП мы вычислим по такой формуле. Это 1 вторая произведение двух сторон треугольника СА и СП на синус угла между ними. То есть синус угла АСП. Ну и в пункте А тогда площадь АСП будет равна 1 вторая на 2R, на 2R и на синус 30 градусов. Синус 30 градусов – это 1 вторая. Давайте запишем. Так, двоечку мы тут сразу сократим. Здесь получается у нас 2R в квадрате умножить на 1 вторую, и получается просто r в квадрате. Пункт Б. Площадь АСП равна 1 вторая 2r на 2r на синус 45 градусов. Это будет равно, тоже также сократим, 2r в квадрате синус 45, корень из 2 на 2. Сократим двоечки, получим корень из 2 r в квадрате. И в пункте В площадь АСП будет равна 1 второй умножить на 2r умножить на 2r на синус 60 градусов. Это будет равно 2r в квадрате
корней из 3 на 2. Получаем корень из 3 r в квадрате. Задание выполнено. И если вам понравилось видео, не забудьте поставить лайк. А если у вас появились вопросы, пишите в комментариях.